Здравствуйте, дорогие мои подписчики и все, кто зашел на мой канал. Сегодня я вам очередной раз хочу предложить купить мои украшения, которые я сделала для вас. И сейчас я вам все покажу. Будет 6 комплектов, нет, 5 комплектов и один чокер. Так что усаживайтесь поудобнее, устраивайтесь и начинаем. Хочу начать вот с такого чокера. Это чокер из крошки коралла. Вот видите, это кораллинки, фурнитура, медь и вот такие керамические бусины. Они не белые, такого вот кремового цвета. Шнур силиконовый в конце. Вот такая удлинительная цепочка с бусинкой. Украшение это 45 сантиметров плюс удлинительная цепочка. Можно делать длиннее. Вот. Смотрится, конечно, на камеру ярче, чем есть на самом деле, но тоже все очень красиво. Этот чокер стоит у нас 1200. Доставка, как всегда, повторю, что 400 рублей. Такая, ну, основная стоимость. И Дальний Восток там идет уже около 600 рублей. Так что 550 это точно. Так что рассчитывайте. 400 рублей доставка. Вот от того места, где я живу, то есть от Брянска до вашего города, плюс-минус. Так что беру 400 рублей, а Дальний Восток 550 плюс. Вот, делайте скрины и присылайте мне. Так, следующий комплект хочу показать. Вот такой чокер, и к нему хочу предложить вот такие очень красивые сережечки. Вот смотрите. По цвету прямо идеально они подходят к этой основной бусине. Вот такие сережечки. Вот. Здесь жгутик вязаный. Видите, крошка. Гавлита и бисер серебряного цвета. Здесь вот такие вставочки. Здесь я добавила акриловые бусины. Тоже они смотрятся очень гармонично. Вот удлинительная цепочка. Карабинчик. Пишите, спрашивайте. Этот комплект 1500. Вот такой. Так. Дальше. Тоже комплект. Так. Так, так, так. Серьги. Вот такие. К этому чокеру здесь акрил. Вернее, не акрил, стекло. Бусины стеклянные. Подождите. Вот смотрите, это стекло написано. Вот эти маленькие, это, скорее всего, тоже. Вот такого янтарного цвета. Здесь жгутик. Видите? Это янтарь необработанный. Здесь вот такие бусины тоже вставлены. Под янтарь проставочка, под яркое золото. Удлинительная цепочка, карабинчик. Все аккуратно. Этот комплект стоит тоже 1500. Кому нравится, пишите, звоните. Вернее, не звоните, ошиблась, пишите.
Тоже по привычке. На звонки я не отвечаю. Пишите. На смс отвечу всем и быстро. Так что, кто поторопится, тот первый и купит. Вот хочу представить вот такое украшение. Вот. Смотрите, это, не знаю, как назвать, водопад или галстук. Фотографии вставлю в видео, как это смотрится на манекене. Вот так вот. Вот, смотрите. Цепочка удлинительная. И сережки. Сережечки вот такие. Вот. На таких швензах, так как наручники, в народе говорят. Вот такой чокер. Кому нравится такой фасон или такая модель. Так что пишите мне. Вот. Я в середине вставила вот такие вот прозрачные бусины с АБ-эффектом. Ну, еще раз говорю, фотографию вставлю. Этот комплект стоит 2000. Вот. Так. Следующий комплект. Это вот такой. Такие сережечки. Здесь микс камушков, крошки. И опал, и лабрадорит, и агат. Вот, все в таких серых цветах. Видите, есть иризация. Красиво смотрится. И черный бисер. Фурнитура под серебро. Вот. Так что этот комплект стоит 1300. Здесь натуральная. Так, 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 так. Натуральная бусина. Вот. Лабрадорита. В сережках. 1300. И последний комплект у нас остался. Это золотой песок. Тоже крошка золотого песка. На камеру прямо ярко-ярко. Так он чуть-чуть потемнее, но тоже красивый. Видите, блестит. Здесь это тоже золотой песок бусины. Видите, большая и поменьше. Вот все из натурального. Как это сказать? Все натуральное. Хотя материал это же не натуральный. Это авантюрин. Так что, вот смотрите. И сережечки. Вот такие сережки. Фурнитура бронза. Так, и здесь я поставила швензы черненькие. Захотелось мне так вот. К бусинкам они как раз подходят. Вот. Комплект этот стоит 1800. Вот. Вот такие богатства я вам сегодня хотела показать и предложить. Так что выбирайте и спешите купить. До новых встреч!